К другим темам. В Екатеринбурге сегодня начал работу съезд православных законоучителей. Примечательно, что в этом году сотни преподавателей церковно-приходских школ, катехизаторов и других сотрудников сферы образования собрались в столице Урала под небесным заступничеством святого преподобного Сергия Радонежского. Темой встречи уже 9-й по счету, без сомнения, можно назвать верность традициям духовно-нравственного воспитания. Событие в начале учебного года всегда одно. Это молитвы к нашим святым, чтобы мы плодотворно работали, несли просвещение детям, взрослым, чтобы церковное просвещение было полновесным и качественным, таким, каким оно традиционно является. В 2014 году мы отмечаем 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Эта дата имеет особое значение для всей России. В Екатеринбурге очередной, уже 9-й съезд православных законоучителей решили посвятить памяти этого подвижника. Он оставил наследство своим потомкам. Он оставил свою жизнь, опыт своей жизни, своих учеников. Таким образом, вне зависимости от секции, педагоги будут изучать духовное наследие преподобного и то, как его можно применить в своей деятельности. И преподобный Сергий Радонежский является замечательным образцом того служения, которое он совершал Богу, Церкви и людям, и своему народу. Поэтому желаю всем нам под знаком преподобного Сергия, под его благословением, пройти нынешнее поприще. Также за 2 дня работы съезда его участники будут изучать и пытаться применять в своем служении образовательные документы, положения и стандарты, принятые Священным Синодом. Просветительская деятельность должна стать системной и целенаправленной. Вот приняты несколько документов, утвержденные Священным Синодом, которые для нас являются руководящими документами. Вот наша задача с тем, чтобы были освоены эти документы не только на синодальном уровне, не только на уровне епархии, но в каждом приходе, чтобы они отозвались живой речью, живым делом, живым событием. Добавим, что на первом пленарном заседании съезда правящий архиерей, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, наградил победителей регионального этапа всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя, а затем вручил дипломы выпускникам Екатеринбургской православной учительской семинарии во имя священномученика Фадея Успенского. Деятельность этого учебного заведения была особо отмечена святейшим патриархом Кириллом на нынешних рождественских чтениях. Вообще, религиозное воспитание детей и молодежи – одно из наиболее приоритетных направлений деятельности Русской Православной Церкви. Причем ключевым словом в развитии образовательного поля стоит назвать единство. Единство внутрицерковное, а также, что немаловажно, единство целей церковных структур с государственными. Так, сегодня на пленарном заседании Екатеринбургская митрополия подписала соглашение о сотрудничестве и план совместных мероприятий с Управлением образования администрации Екатеринбурга, а также план совместных мероприятий с Министерством общего и профессионального образования области. Работа съезда именно в формате секции, круглых столов и конференций полным ходом стартует уже завтра, 23 августа. Встречи начнутся в 10 часов утра сразу в нескольких местах. Это и миссионерский отдел епархии на Ленина 11А, и патриаршее подворье у храма на Крови, и залы епархиального управления на Репина 6. Приглашаю всех желающих поучаствовать и приобщиться к традициям духовно-нравственного воспитания.